Добрый день, психолог, женский коуч Анна Белая. Рецензия на модуль 5 «Деньги». Модуль очень интересный, несмотря на то, что я проходила уже несколько подобных программ по проработке денежных сценариев, связанных с родом, семьей и внутренними другими блоками. Модуль мне показался очень интересным. И сейчас перепрохожу его через год и вижу его достоинства. Например, только через год я смогла сделать практику. Практика называется «Зачем мне деньги?», где мы увеличиваем сумму в 2 раза каждый день. И вот эта практика, которой я чувствовала страшное сопротивление всегда, несколько лет, еще до модуля Ирины Хмелевской, она, оказывается, является краеугольной для меня. Вот все, что мы, к чему мы сопротивляемся, обычно так и бывает. Еще была очень сложная практика для меня фраза «Я богатый психолог». И мне пришлось ее прорабатывать с другим человеком вместе, и поступило такое предложение. А ты представь себя целителем Адамсом. Может быть, «Я богатый целитель» у тебя будет вызывать меньше сопротивления. Вот я прорабатывала фразу именно таким образом. Модуль дает хороший рывок вперед, дает другое отношение к денежному ресурсу и вообще к любому ресурсу, которым мы владеем и который иногда не ощущаем.